А сейчас с главным происшествием в регионе за минувшие сутки. Подробнее о них расскажет начальник отдела информации и общественных связей УВД России по Ярославской области Марина Кокуева. Она выходит на прямую связь со студией. Марина, добрый день, ждем от вас информации. Любовь, здравствуйте. За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 31 заявление о преступлениях. По горячим следам сотрудниками полиции раскрыто 22 из них. В Ярославле полицейскими установлена подозреваемая в серии краж из медицинских учреждений. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая 37-летняя местная жительница, причастная к совершению 4 краж из больничных палат лечебных учреждений Ярославля. Пострадавшими от действий подозреваемой стали граждане, проходившие там лечение. Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. По всем фактам краж возбуждены и расследованы. Следуются уголовные дела. При совершении любого преступления, правонарушения, гражданам необходимо сразу же сообщить об этом в полицию по телефону 02, сотового телефона 102, телефон доверия УМВД России по Ярославской области 73 10 50. Любовь. Спасибо, Марина. На связи со студией была начальник отдела информации и общественных связей УВД России по Ярославской области Марина Кокуева.